Короче, ребят, у меня нет уха. И это даже не хайп. Многие в комментах пишут, что я просто заклеила себе скотчем ухо, чтобы похайповать. Но у меня это с рождения. Также в комментариях спрашивают, каково это. Типа, какие есть минусы и плюсы, если они есть. Я с этой прической похожа на Блиновскую. Ну, из очевидных минусов это то, что как бы я им не слышу. Зацените, какой я на Вайлдберрисе хайлайтер купила. Не интеграция. Я думала, какие у меня могут быть плюсы. И все-таки нашла парочку. Кстати, как вам, до или после? Один из плюсов — это то, что я очень хорошо сплю. Меня практически невозможно разбудить. Из-за этого я очень часто просыпала в школу и постоянно опаздывала. Ладно, это всего лишь отмазки. Короче, мне не нужно покупать беруши. Ну а на сегодня макияж готов.